Геологи изучают Землю. Он изучает разные земли, города и узнает что-то новое от них. Например, он может узнать, какие традиции в Японии, в Китае, какие традиции, если он не знает, у нас. Геолог – это тот, кто знает все ископаемые, руды всякие. Они раскапывают из земли что-то, узнают историю. Я думаю, это очень интересно работать и узнавать что-то новое. Приходишь в школу, рассказал все, тебе 12 поставили и все. Геолог – это когда ученый изучает землю. Геологи ищут руду. Я думаю, что не скучно, потому что геолог, он изучает и всякие красивые камни. Благодаря геологам мы различаем драгоценные камни от недрагоценных. Всех поздравляю с Днем геолога!